Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Vampire Redemption. Всех поздравляю с Новым годом! Все свои с праздниками, меня тут бьют пиздец, там и, короче, продолжаем всякой хуйней страдать. Ох ты, сука, попал! Ты понял, бледеныш. Их там мили. Там очень много. Давай по одному. Оба! Дайте волю своей ярости! Хорош, мол, вот красавцы, ну, блядь, не просто. Ой, подожди, подожди, не давайте волю, блядь. Ой, не, давайте, ладно, давайте уже. Эй, там, на небесах. Давай будем с тобой разбираться, чувак, вместе. Ой, блядь, еще один. Ах ты, сука, попал. Может, ты бить будешь? Так, мне нужно отойти. Мне нужно отойти, чуваки. Да вот же. Хорош, броню коцать. Вот так. Отлично. Блин, мне нужно хилку качать. По-любому надо качать. Потому что что-то очень сильно мало восстанавливаю жизни. Так, мне надо, знаете что? Мне надо вот эту крысу съесть. Для началкина. Колечечко. Колечечко. Ну нахуя ты опять в руку везешь? Альт, блядь. Я же не нажимал альт. Ты что, ты как идиотина? Блин, одни к этим. А у всех есть, да? Ну да, у всех есть. Я тут, смотри, золотые кольца понасобирал. Вообще уже всем просто сейчас будут все у меня в золоте купаться. Будут все модные перцы, такие как, бля, я не знаю. У 4700 уже насобирал, прикинь, пока вот это бегал. Потом я все равно все это потрачу на кровь. Ой, крыска, привет, дай сюда, иди сюда. Да давай я буду жрать тебя. Дам-дам-дам. Так, вот еще монетки, вот еще бочки. Бум! Крыса! Давай сажу тебя. Ну что у меня в главного героя... Так, свиток крови... О, свиток кража крови, это отлично. Кому там надо? Вот этому надо. Еще Вильхельму надо. Смотри, можно свитком похилиться. Получается, правильно? Вон еще крыса. Золотые монеты, иди сюда. Можно же свитком похилиться, правильно? Типа, вот так вот будет какой-то чувак. Подходишь такой свитком, юхара. Так, это пробуждение и пробуждение. Давай его вот сюда засунем. Тут у него что-то бардак какой-то прям творится. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну да, лучше сделал. Ну хотя бы тут что-то влезет. Так, 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 подожди, что у этой? У этой, в принципе, нормально все. У этого тоже нормально. И у этого покатит, да? Хорошо. Чего мне надо было, я так говорил только что? Что-то мне надо было? Бочки еще. Что-то лежит. Щит. А я куда его возьму? Ступай в бездну. И здесь вроде как портал не работает в это, в город. С этой территории. Ну, типа логично, потому что я мог бы использовать портал, правильно, и свалить просто отсюда нахер. Кровавый джемчуг, отлично. Все, это забитая под завязку. Не, одно место есть, пиздю. Хорошо. Здесь ничего? Здесь ничего. Так, кровинушка, кровинушка, кровушка, кровинушка. Это кому надо? Ты, у этого мало, у этого еще меньше. У этой мало, у этого вообще нет нихера. Ладно, возьми ты. Вот сюда. И вот сюда. Хорошо, если что, будем делиться. Мы же тут все не жадные, мы же одна семья, 4 человека. Конечно, 3 долбоеба, но да ничего страшного. Так, двое. Трое. Четверо. А я так понял, меня никто не... В смысле назад? Удерживать позицию. Ну-ка назад все пошли, блядь. Ебать! Дайте волю своей ярости. Они за мной. Тевтонский лорд, блядь. Эй, там... Хорош без головы. Хорош без головы, блядь, а где женщина? Удерживать позицию. А, она там. Затерялась между двумя мужиками здоровыми. Окейски. Так, в двоих, смотри, ушатали. Тут еще двое. Стой. Ага. Удерживать позицию. Давайте, 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 ребятки, нас считаем. А где еще один? Ой, блядь. О-о-о, ни хрена себе. А этого не можем зарубить вчетвером, смотри. Я тут сам его ушатал, прикинь. Позицию. С одного удара просто тупо бошню ему отхерачил. А тут, короче, втроем, четырем не можем зафигарить одного. Так, противоядие нам не надо.
Монетки это... Ух, нифига, 209 монет! Охереть. Ступай в бездну! Ступай в бездну, крыса, надо. Так, одна уже куда-то свалила. Ага. Стой! Стой, не стою! Пусть враги трепещут. Давай так, чтобы он нас не попал. Ну-ка, ой, хорош, красавцы, молодчики. Молодчики, вот, ребятки, я всем вас теперь... Всем стоять! Всем стоять работает ОМОН, всем упасть работает... Сирена. Короче, смотри, они нормально стали вроде немножко адекватно. Немножко адекватно стали работать. Вот это мне нравится, прям четко. А то ну прям, ну они бесят, ну они такие тупые. Так, там чего? Ой, блядь, там кто-то какой-то страшный чувак. А, новорожденный Тремер, а это можно его заарканить сейчас. И попробовать им погулять. Кросс, крыса, кросса, крыса, стой, блядь. Да стой ты, бледенка. Взял. Не понял? А это где? Или я там буду? Подожди, я там вроде был. Я что, бочку не разбил? Сука. Да давай я тебя еще раз. А, подожди, я там же был, да? А ну-ка, стоп. Z. Да я там вроде был, блин, я бочку не разбил. А там же по-любому какой-то лут есть. Ну ладно. Мать его так. Так, а как там подчинение-то? Стой. И хули ты, блядь? Его нельзя подчинить, получается, да? Стой. Дайте волю своей ярости. Короче, получается, его нельзя подчинить. Ты еще там, что ли? Ни хера не в доспехах каких. Ну, нормально, в принципе, все. Получается, этого нельзя было подчинить, потому что он тоже маг. Сука. Так, а это... Блин, опять эти мелкие уроды. Тут один, что ли? Так, ну-ка, стой. Удерживать позицию. Ну вы ёбнутые, блядь, что ли? Дайте волю своей ярости. Чувака. Хорош. Эй, там. Безголовый там. Ну-ка, зажали его. Хорош, красавцы. Как с них монетки-то падают? Они же не могут монетки выбрасывать, в принципе. Ну, хоть монетки с них падают почаще. Так, смотри. Что взял? Кольцо опять? Золотое. Золотишко. Оп, оп, хорош. Потихоньку озолотяемся. Сюда мне надо, да? Это следующий уровень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин. А этих ребят реально нельзя подчинить? Что ли? Удерживать позицию! Так, давай как-то по одному их, что ли. Блять, и там, и тут, везде. Отойдите! Там какашки бегут. Какашки бегут и огненные херачат. Дайте волю своей ярости! Так, хорош, красавцы. Вот там. Дерите, блядь. Да вон туда иди, дурак. То женщину там пиздят. Или кого там пиздят. Кого-то пиздят, короче. Чувак, ты тут крайний возьми. 4 золотых монетки. Вот это много. Удерживать позицию. Вот это прям шик. Блин, и с той стороны и с этой идут. Дайте волю своей ярости. Так, я с этими разберусь, разбирайтесь, стой. С магом. У них там двое. Я тебе ща, блядь. Ты, каракист, блядь, Джеки Чан. Так, бейте его хорош, блядь. Что вы как... Убей он нахер. Молодец. Да он уже мертвый, меня не бей. 47-22, нормально, а ну-ка хилка. Бумк, мало хиляюсь. Очень сильно мало хиляюсь. Этот опять кровь выжрал, сука. Подлец. Ладно. Чё тут? Ничего. Ступай в бездну. Хоть монетки бы давали. Здесь и знают, что напряг с монетами. И не дают их нихера. А почему нельзя вот это вот достать? Как-нибудь. Залезь на стол, чувак. Здесь, в принципе, можно. Серебряный? У меня же их столько. Просто... Ты кто такая? А ты откуда?
Ладно. Так, сохраняемся. Потому что лишних проблем нам не надо. Если что, мы на атаке. О, блядь! Фух ты, блядь, сука, как я высадился-то. А, ну, в принципе, нормально. Но можно было бы что-то с него, типа, как... Тоже, типа, кровавый камень этот, или как там называется, сделать. Было бы четко. Что это? Монетки. Ну, блядь, их незаметно, реально. Не сделали здесь подсветку предметов. Кто такой синий? Ага, конечно, там сейчас кто-то будет, смотри. Ну, я же говорил. Куда ты, блядь? Откройте, ебать! Вступай в бездну! Чуваки, откройте ворота, а? Блядь, закрыли какие-то. Иду сюда, дурак! Блядь! Сука, откройте нахуй дверь! Блядь, твою нах! Сучка! Вступай в бездну! Я счет тебя, блядь. А если я? Не, я не получится. Ну, убей! Красавчик. Сука, сколько крови потратил. Привет! Тебе, вы уже тут не нужны, как бы. О, какой-то... Амулет Тремера. В смысле амулет Тремера? А, это квестовая шмотка. Ты, блядь. Я думал, я одену сейчас ее. Принесите амулет Орвусу. Спастись с базы рыцарей Тевтонцев. Это я заберу. Это я заберу. А что это? Так, книга заряды, кроме людей. Что книга заряды, кроме людей? Короче, непонятно, что оно делает. Но что-то делает. Там написали тоже, да, что типа непонятно, что книги делают, но что-то делают. Игра с огнем. А, вы получили новую дисциплину, игра с огнем. Хорошо, я это получил, но там ни хрена нет. Окей. Кто там танцует? Женщина, хорош танцевать. Так. Это портал? Шлем. Блин, а шлем надо забрать у кого-то. О, а я думал, ты забитый полностью, а он не забитый. Тьфу ты, ё-моё. Ладно. У него еще шлем, смотри, влезет. Чётненько прям. Этому бы крови немножко восстановить вот этим вот. Отлично, прям полностью. Сохранить и сюда. А что, ты не работаешь, что ли? Портал. Ты почему не работаешь? Ты должен работать. Хорошо, тогда мне не сюда. Синенький у нас портальчик не хочет работать никак. Красненький у нас работает, но там был голем. Значит, мне сюда. Хе-хе-хе. Быстрее. Так, это... Ой, блядь! Вот это вот плохо. Да не бейте, это вы уже дохлый. Эй, вы там наверху, блядь! Не, ну женщину побили, это ладно. Она сейчас только раз, и хана. И похилилась. Отлично, молодчица. Да стойте, что вы, куда вы, блядь? Не попал. Не попал. Хорош, вот это вы красавельчики мои. Вот это вы мои красавчики. Просто красавчики и красавица. Все красавцы. Что тут, блядь, кольцо? На тебе. Так, ты что? Похиляйся. Там еще кто-то бежит. Блядь, дал ей по хребту. Сука, хребет отпал. Неудачно. Здесь еще можно неудачно использовать дисциплину. Вот это вообще отвратительно просто. Какой-то свиток поднял. Тут кинжал. Да что ты? Блять. Альт. Возьми его нормально, блинёнка. У тебя же место есть, или у тебя места нет? У неё что, места нет? У неё же было место. А что это за свиток? Кража крови. Подожди, кража крови. Надо будет его использовать как-нибудь. Хорошо, зашли сюда. Тут, смотри, прям четкая помещалочка. Здесь я телепортироваться отсюда не могу, я почти уже забит. Что здесь? Кровавая какая-то ярость. Кровавый котел. Уже не могу взять. Ты возьмешь?
не возьмет, а ты? Ты возьмешь, молодец. Что здесь? Блядь, не уёбаю. Сильная кровь. Сильная? Что такое сильная кровь? Здесь куча, блин, навыков этих чертовых. Лучше бы шмотки так давали, как тут навык. Сколько тут навыков. А то шмотки две штуки, а навыков 500 миллиардов. А шмотки две на всю игру. О, кража крови опять есть. Хорошо, если что, можно будет... скорее всего, Вильхельмом надо использовать будет. Сейчас какой-то чувак будет. Мы, короче... Заберешь? Сука, не заберет. Так, у тебя что там? Слишком много. А, да-да-да. Да что такое, все забитые, что ли, прям под завязку? Мне столько не унести. Ты серьезно, что ли? Да вы, смотри, смотри, вот этот забит. Этот. Да выкиньте его нахуй! Забит. Вот это же не забито, вот. В чем проблема? Возьми колечко, где я колечко? Вот колечко. А там еще одно колечко, да? Бляха. Все забитые. Едите, твою мать, мне срочно надо в город. Как я буду шмотки собирать? Тут вон еще куча-куча этих... смотри... А откуда я пришел? Подожди. Откуда я пришел, мне надо сначала узнать. Не отсюда. Там куча народу вообще стоит. Откуда я пришпандерил? Снизу. Я снизу пришел, да? Хорошо. Бляха, а как мне это все сделать? Здесь же куча шмоток. Не, ну я могу как вариант кровь потратить немножко, но... Кровавый котел. Чего там? А, это надо забрать. Короче, давайте, знаете, что? Выкинь нахер. Кинжал. Сколько он там будет стоить? 15 копеек. А вот это вот мне... А вот это мне пригодится. Так, это мне тоже не надо. Для людей. Это мне тоже не надо. Настало время того, чтобы мне шмотки не нужны были. Вот это я заберу по-любому. Хорош. Какое золотое? Так, а подожди, у кого там нету золотого? Отойди. Отойди, блядь. У этого нет золотого, давай. Чик-чик. И выкидывай. Хорош. Так, что тут? Серебряный, нам не надо. Ну, окей, отлично, разобрались здесь. Здесь мы разобрались, сохраняемся. Окей, 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 окей. Так, немножко игра стала вроде понемногу чуть получше, чем была. Здесь я все обшарил, да? Там кольцо тоже лежит. Надо мне пойти, наверное, или... Подожди, нет, сюда давай сходим сначала. Так, народу там... Блин, там три или четыре? Там три человека. И там еще двое. Сейчас будет жопа какая-то. Смотри. Берем Вильхельма. Берем... кровавая сила. Нет, вот так берем. Так, где этот свиток-то? А где? Подожди, у него же был свиток. А вот кража крови. Ее как использовать-то? Стой, стой. Хорош, украл, молодец. Я ищу врага. Вот, вот тебе враг. Ты немного восстановил, но восстановил. Хорош. Вот это четко прям. Бляха. Че там? Ой, золотой. Подожди, вот этому. Что ты? Стой на месте, блядь. А этот такой как бы сохранить, что ли, да? Вот бутылка, нафиг она мне нужна? Она же херовая. Что там 5 копеек она будет стоить? Вот еще, смотри. Вот эту тоже нахер. Болезни эти ваши ебаные. Так, это... Блин, оно же, наверное, стоит, да, побольше, чем что-либо. Чем даже этот кинжал, наверное, кортик. Вот это больше стоит, скорее всего.
Так, монетки, хорошо. Так, где камера? Нифига тут сундуков. Опа, вот это хорошая вещь. Что там? Кровавый котел, не знаю, что надо будет использовать, попробовать. Так, это не надо. Это золотое. Ау. Я возьму. А это выкину. Все отлично, смотри, четненько прям. Тихо. Тихо. Хорошо, отлично. Зарядились, пополнились немножко. Все так прям. Так, мне как-то надо вот тут теперь атаковать прям. Будет четненько. Ладно. Да, давай, сейчас, может, мы их завалим. Сейчас, подожди, у кого есть еще кража крови? Свиток. У кого-то был. Ой, это не тот, он красивый свиток. Подавление зверя, это не то. У этого. Да, кража крови у этого. Выкинем вот это вот. А ты дай ей вот это вот. И она сейчас его использует. Кража крови на вот этом мудаке. Соки! Соки! Так, бьем, главное этого. Да куда ты меня схватил, блядь, бейте его. Чё ты там ржешь, сука? Брось своим огнем. Бей. Хорош, отлично. Ой, та супер, шикар, шикардос вообще. Я просто в шоке. Что так может быть? Опять золотое кольцо. Да все тут уже, у меня уже все тут золотые, ребята, хорош. Смотри, золото. Всех золото, все уже не надо. Не, подожди, может что выкинуть? Вот у этого, вот смотри, что у него можно выкинуть? Такое, что недорогое. Например, вот эта вот бутылка. Или лук даже можно выкинуть вообще. Он, я не думаю, что он прям там сильно много стоит, тем более самый первый лук. Выкинь его нахер. Пускай лежит. Он все равно мне не нужен. Так, что здесь? А ты чё? Портал, не работаешь. Должен работать. Вау, с такого сундука целый свиток выпал. Охереть. Кровавая ярость. Ну ладно. Так, здесь ничего нет, да? Только были сундучки и было это. Хорошо, значит, нам тогда идти вон туда наверх. Но мы это сделаем в следующей серии. А теперь я скажу, что всем, ребятушки, спасибо за просмотр. Ссылки в описании будут под видео. Удерживать позицию! Именно так. Комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Vampire Redemption. Все, всем пока.